Здравствуйте, мои дорогие ютуберцы! Здравствуйте! С вами Сюф Краснодарский. Сегодня я приготовлю овощное рагу из курицы. И в этом мне помогут мои друзья. Мы собираемся постоянно на одном и том же месте в мае. Со своими однокашниками, КПИшниками. Сегодня будем готовить вот на это. Метелкин не приехал, друзья мои. Итак, сегодня я вам покажу, как готовить на воке овощное рагу из курицы. Итак, сейчас главное после того, как костер разгорелся, сделать из него домик, чтобы можно было поставить казан или вок. Сейчас. Круто. У нас есть емкость, во что воды набрать? Ну, я не знаю. Зачем? Помидоры мы чем? Минералки? Ну, давайте ждать остальных, они, наверное, привезут. Наверное. Они не привезут. Так вот и толстый, тут тоже не привезет. Вот. Ну, давай минералки помочь. Вот. Это давай. Они не брызганы, это я в теплице ровно 100%. Ну, то чуть-чуть. Я так, полоснули. Я говорю, они, то есть, это экологически чистые. Да. Они не брызганы минералки. Вообще, для того, чтобы помидоры были пустые, необходимо минералкой мыть. Давайте. Моем. Друзья мои моют помидоры прямо в ящике, прямо в лесу. Гигиена, друзья мои. Да, ну, хватит пока. Хотя маловато, наверное. Так, а вот еще надо? Помидоров хватит. Итак, после того, как ваш казан или вок раскалился, мы наливаем сюда масло. И масло должно тоже разогреться. Масло у нас нерафинированное, кубанское, друзья мои. Итак, костер, потом казан, потом масло. Смотрите, не перепутайте. Понял, туда. Да, подожди. Сейчас. Давай, для запаха я себе поснимаю. Курятина, да? Да. А что за курятина? Ребята, итак, да, я купил в магазине обычное бедро курицы. А где тут чуть-чуть не взяли? Давай, Саня, у тебя в машине я видел. Горит. Итак, курочка у нас после огня немножко поджарилась. Сейчас мы ее доводим до кондиции. Убираем разные лишние материалы. Еще раз повторюсь, курочка маринованная у нас в соевом соусе. Соевый соус и перец чили, друзья мои. Так, овощи мне, товарищи, овощи мне нужны. Значит, дайте мне, пожалуйста, лук и морковь. Да, да. Наша курочка подошла, бросаем морковочку и бросаем лучочек. Лучочек. И морковочка пошла. Ай, хорошо как, а? Ой, как здорово, друзья мои. Мешаем. Хорошо. Лучок начинает румяниться. Морковочка тоже. Настало время болгарского перца. Я его порезал кубиками примерно 2-3 сантиметра. Болгарский перчик пошел. И сейчас пойдут еще, друзья мои, кабачочки. А, хорошо. Кабачочки. Вот они. Отлично. Опа. Пошли кабачочки. Сейчас, друзья мои, сейчас будет. Сейчас будет овощное рагу с дна группниками. Ну что, дорогие мои гурманы ютубовцы, сразу после перца и кабачков добавляем кукурузу. Кукуруза добавляется вареная. Мы ее просто сюда бросаем.
забудьте добавить соевый соус, друзья мои. Я вообще не использую соли, я просто добавляю соевый соус. Через минуту подаем, друзья мои, никто никуда не уходит. Сейчас будем есть овощное рагу из курицы. Кто знает, как определить, готова курочка или нет. Мы берем курочку. Берем курочку и просто ее режем. И смотрим. Готова она или нет. Сейчас, минутку. Конечно, она готова, ребят, смотрите. Она готова. Ну не отдавай, что стоит. Она же по жесткому морю. Дочь вот она, что там личность, как Кристина такая. 70 тысяч. Все, ребятки, давайте все за стол. Сейчас будем подавать блюда, мальчики, работаем. Наливай, да? Наливай, Сереженька, наливай. Вот такой компот имеет, он ее за один день. Ой, друзья мои, вот такое вот, вот такое вот блюдо будут сейчас кушать однокашники-КПИшники. Итак, друзья мои, вот, собственно, овощной рагу. Что, опять из рагу? Курицы. Опять рагу. Опять из курицы. Будьте всегда в теме, с вами был Сю. Пока-пока, приятного аппетита. Сереженька, наливай. Ну что, я думаю, что сегодня все пили за встречу. Я предлагаю еще раз, потому что не так мы часто встречаемся. Мы все каждый год, а можно было бы, наверное, хотелось бы где-то лучше и чаще. Каждый месяц? Да. Давайте ежедневно будем это... Это не части, не части. А то, что ты пришел, тому санкции. Все было вообще хорошо. Леша, раз нормально, больше не надо. Все хорошо. И меньше тоже. Главное, самое главное, извините, я перебил, Алексей, я добавлю. Главное, чтобы это желание вот сейчас было, ну как бы... Искренне. Да, как я вообще... Ребята...